Всем привет, мои дорогие зрители! Две новых темы в этом видео для вас. Прошу оценить эти темы в комментариях под этим видео. Давайте начинать. Настройки, темы, личный кабинет, темы. И первая тема, она называется Android XP 2020. Применяем эту тему. Она интересна тем, что довольно сильно меняет наш смартфон. И подобных тем, хочу сразу сказать, еще раньше не было. Хотя я выпустил уже тем достаточно. Но всегда нахожу какие-то новые темы, новые приколы и фишки. Так, вот как выглядит наш рабочий стол в центре внимания Google с таким драконом ярким. Смотрите, как выглядит у нас меню уведомлений. Очень красиво смотрится, очень все читабельно, ярлыки функционала квадратные. Если ярлык активен, окрашивается в красный цвет. Так, настроечки у нас, смотрите, тоже полностью поменены. Все они в тоненькой черной окантовке на белом фоне с измененными ярлыками нашего функционала. Очень все красиво и необычно смотрится. Такого раньше еще не было, еще разочек напомню. Так, наши вызовы. Смотрите, тоже все поменено, все в квадратиках. Вот как выглядит клавиатура, у нас вся круглая. Так, экран блокировки. Вот такой вот, но вы здесь можете установить карусель обоев, и у вас будут обои автоматически постоянно меняться. Очень удобная функция, поэтому рекомендую ей тоже пользоваться, вам это понравится. Будет всегда разнообразная картинка во время блокировки вашего экрана. Так, давайте посмотрим нашу вторую тему. Очень классная тема, она мне понравилась. Переходим теперь к второй. Тоже интересная тема. Смотрим. GTR. Применяем, ждем пару секунд. И сейчас ее оценим. У нас экран нашего рабочего стола несколько анимационный. Вы можете заметить здесь капли дождя. Вот как выглядит меню уведомлений. Все простенько, все читабельно. Никаких ярких цветов, ничего лишнего здесь нету. Настроечки наши. Стандартное меню вызовов. Тоже стандартное, много зелененького цветика. Видите, зеленый, синий экран блокировки. Вот такой вот интересный экран блокировки. Немножко анимационный. На черном фоне сверху вниз в полосу двигается наше время. Смотрите еще раз. Так, стоп. Вот. Очень интересно. Экран блокировки. Смотрите, время, дата, день. В общем-то, все. Нажимаем. Появляется красивая картинка в виде крутой тачки. Достаточно сделать два раза касание, и наша анимация пропадает. Наш дождик тут же высыхает, и обычная наша обойна на фоне тумана и тачки. Интересно, какой-то передка его. Ребят, вот такие вот две новые темы, их раньше не было, мне они очень нравятся, поэтому я решил поделиться с вами. Если это видео вам понравилось, буду очень благодарен за ваш мощный лайк под этим видео. Спасибо всем за внимание, всем успехов!